Это ресепшн отеля. Отель находится прямо на второй улице. Здесь ходят тук-туки. 10 бат, и вы прямо на Волкин-стрит или в любом торговом центре, который находится на этой улице. Здесь у нас рыбки отдыхают на дне, видите, спрятались. Это ресторан, судя по всему, с видом на бассейн, на территории отеля. Здесь трехэтажное здание. Здесь большие зоны для отдыха, бар там в бассейне. Хороший тихий отель, спокойный. Все из-за того, что он прямо в городе находится, все тихо, спокойно. Здесь такой пологий спуск. Здесь спускается спокойничку в глубину. Мостик, там бассейн прямо с выхода из номера. Вот там, смотрите. Плазменный телевизор, покрытие лифта, кондиционер центральный. Одна большая кровать. Пульт управления всем этим номером. Большой балкон. Здесь два кресла и столик. Вид на территорию отеля на бассейн. С ванной комнаты есть вот окно даже. Сидите на скамеечках и сидите в отеле. Фитнес, тренажерный зал, велодорожка и велотренажер и беговая дорожка одна. Тут всевозможные тренажеры железные. 712 Superior. Идем дальше. Две полуторные кровати. Здесь покрытие плитка. Кондиционер центральный. Окно из ванны сюда есть в комнату. Плазменный телевизор. Коннекторов тут нету никаких. Два кресла. Балкон. Мы находимся на первом этаже. И вот у нас прямо в сад. И вот там я вижу фитнес еще. И на фитнес. Душевая кабина, обычный душ, монтированный в стенку, тропического нету, маленький санузел. Чайный уголок, чай, кофе, две бутылочки воды, комплимент. В холодильнике мини-бар за ту плату. Идем дальше с вами по территории, и тут мы видим еще один бассейн. Здесь видите блоки 3, 2, 4, 5, 6, 7. Бассейн для деток, судя по всему, маленький, вижу, да, горка маленькая для детей. Здесь вот зона для детей немножечко побольше. И тут уже, наверное, для совсем взрослых. И вот он пляж через дорогу. Полоса здесь широкая. Здесь как раз-таки происходит поворот с терминала 21. Здесь есть светофор. Нажимаете кнопочку, переходите дорогу. И вот вы на пляже. Шезлонги, 100 бат, как обычно. Лодочки до острова. Как правило, 300 бат такая лодка стоит. Зона для купания.
Я не очень люблю Паттайю, потому что мне не нравится здесь вода, она грязная. В них каждую среду происходит сброс канализации в море на 3 километра, правда, они трубу вывели. Но сами понимаете, какая здесь вода, когда громадный город всю канализацию скидывает в океан, в море, извините. И вот, пожалуйста, так здесь песок, вода, все красиво, все хорошо, все нравится мне. Вот наши отели, которые мы с вами смотрели под Holiday Inn, и за ним еще один. Классно, есть качели, можно покататься. И еще одни качели. О, и еще одни. Трое качелей. Короче, всем хватит. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.